теперь сказала шепотом, нет, она просто пошевелила губами и сказала. Поэтому ты понял, что она стоит с минусовкой, а Маша псих, сбежавший из больницы, которая слушала Моцарта в детстве, ее заклинила. Ты не знаешь, почему Моцарт, а скорее всего это был какой-нибудь душевно больной. Итак, Максим, держащий какой-то фалос. Максим, что вы думаете? Мне кажется, он только что с боулинга, нет? Максим с боулингом. Ох ты, ох ты! Это наш кулинар! Сергей! Миша, снимай там, Миша, снимай там. И наш отменишь кулинар, Миша. Он еще и мастер! Сергей! А я пока представлю рекламу посуды.